Приветик, Наталья! Я Лотти! Приятно познакомиться! Я тоже рада! Лотти? Лотти, куда ты ушла? Что случилось, Наталья? Что? Ты выглядишь как я. О, но я и есть ты. Теперь скажи мне, чем ты недовольна? Не могу найти Лотти. Она мой друг. Вау! Ну и совпадение. У меня тут есть открытка. От Лотти. Дорогая Наталья, почему ты меня бросила? Ты меня больше не любишь? Мне одиноко. Очень грустно. Хоть глаза себе вырывай. Я ее не бросала. Никогда бы. Тогда ей это скажи. Она как медведь без спячки. Попробуем взять след Лотти. Тут монстр. Что делать? Он тебя убьет, если увидит. Не увидит. Я аккуратно. Глянь-ка. Впереди еще один. Правда? Где? Я ничего не вижу. Я их вижу. Показать тебе? Это слишком опасно. Я не боюсь, меня не тронут. Ты — это я? Верно. Но как такое может быть? Да какая разница?
Ты о Лотте беспокойся. У тебя только она осталась. Будь рядом. Будь у меня на виду. Хорошо. Помнишь, что случилось на этом острове? Не помню, но что-то плохое. Это письмо? От Лотти! Попробуем до нее добраться. Лотти, ты где? Дорогая Наталья, я застряла в тоннеле под деревней. Не чувствую своих ног. Видимо, я умираю. За что ты меня ненавидишь? Ой-ой, это нехорошо. Может, ты ее просто отпустишь? Ни за что! Она всегда была рядом. Я ее не оставлю. Я была здесь. И со мной был кто-то. Забудь прошлое. Думай о будущем. Thank you.
Эй, глянь-ка. Это для чего? Чтобы от монстров прятаться. Лотти всегда знала, что делать. Но теперь у тебя есть я. Доверься мне. Мне было страшно, пока не пришла Лотти. Ох, ладно, продолжаем поиск. Но она тебе не нужна. Ты без нее сильная. Продолжаем поиск. Но она тебе не нужна. Ты без нее сильная.
Thank you.
что, если ты одна только из-за Лотти? Что, если ты никому не нужна, потому что ты тупая девка с дурацким медведем? Я знаю, что она обычная игрушка, но она у меня так давно. Она единственная хорошая в моей жизни. Если ты одна только из-за Лотти? Что, если ты никому не нужна, потому что ты тупая девка с дурацким медведем? Я знаю, что она обычная игрушка, но она у меня так давно. Она единственная хорошая в моей жизни. Темновато тут. И что? Темнота тебе не помеха? Знаешь, Наталья, тебе нужен настоящий друг. У меня есть мистер Фишер. Он подарил мне Лотти, когда спас меня в Террагригии. Но его уже нет. Совсем скоро не станет и Лотти. У тебя есть только я. Нет! Я их видела! Неужели нет? Не могло же присниться. Смотри, еще письмо от Лотти. Дорогая Наталья, я у океана. На пути я видела много трупов. Ужасное зрелище. Думаю, я утоплюсь. А ты обо мне забудь. Найди себе новую подругу. Наверное, это трупы островитян. На них ставили эксперименты. Да, кажется, помню. Как утомительно. Сдавайся уже. Не, не буду. Что за позор? Как утомительно. Сдавайся уже. Не, не буду. Подожди! Зачем? Там что-то есть? Ох, ну да, ты не видишь. Тебе нужны мои глаза. И я.
наверное, ты вот-вот свалишься. Я в порядке. Буду искать Лотти, пока не найду. Здесь много монстров. Спрячься в траве, что ли? Бегу! Чего ты меня прямо сейчас не пустишь? Отдай контроль мне. Мне твоя помощь не нужна. Я сама ее найду. Отдохнуть хочешь? Знаю, будет нелегко. Я не хочу. Больше искать негде. Бедная Лотти. Ты не нашла ее. Тебя не спрашивала. Я не хочу ее потерять так же, как маму с папой. Она для тебя так важна. Ты свихнулась, Наталья. Не свихнулась. Больше не хочу быть одна. Грустить не хочу. Я развею твою грусть. Если разрешишь. Ты мне просто поверь. Я тебя не знаю. Ты это не я. Мне нужна Лотти. Зачем все усложнять? Лотти, я иду. Лотти. Наталья, не думаю, что смогу продолжить путь. Мои останки найдешь на набережной. Впереди. Я иду за тобой, Лотти.
Маленькая ты дрянь! Я должна была выиграть в этих тупых детских играх! У нас еще много времени, чтобы залезть тебе под кожу. Пусть не сейчас, но потом обязательно. Лодка. Я здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива.